12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Армысыздар, қадірменді көрермендер, эфирде тобыл тынысы бағдарламасы өз жұмысын бастады. Бұл дегеніміз сағаттың тілі тура 12:00-ге кеп соққан кезде Қостанай телеарнасын қосып, алдағы 1,5 сағат 90 минутта, яғни 13:30-ға дейін бізбен бірге болыңыздар деген сөз біздің бір ұсынысымыз. Мінекей түскі үзіліс уақытында өздеріңіздің әріптестеріңізбен, достарыңызбен, жақындарыңызбен бірге осы 1,5 сағат уақытты тиімді пайдаланып, мінекей Қостанай телеарнасын осып, тобыл тынысы бағдарламасын көрулеріңізге кеңес береміз. Және де дала салқын, күн суық, сондықтан да сіздерді экран арқылы біз жылытуға тырысамыз, көк жәшікшен күн нұрын сыйлауға дайымыз дегіміз келеді. Олай болса, эфир төрінде сіздерге қызмет қылатын сүйікті ұлдарыңыз Рахат Сейітхан, және де менің әріптесім Маргарита Иванова. Добрый день, дорогие друзья! Начинается наш прямой эфир. Сегодня что? Сегодня пятница. Прекрасный день недели. Все мы с вами добрались до этого дня, да? Тот самый заветный день, о котором многие мечтают. Но кто ходит на работу, так точно. Вот как понедельник начинается, так все и начинают мечтать о пятнице. И вот она наступила. И эту пятницу мы сделаем еще краше. В ближайшие полтора часа мы будем вместе с вами на прямой линии. Наш номер 54-39-04, ну а код города 8-714-2. Звоните, пишите на номер WhatsApp, говорите о важных событиях, ну а мы с удовольствием сделаем ваш праздник незабываемым. Я қадірменді көрермендер, мінекей тікелей эфирде қызмет қылып жатырмыз. Аптаның соңы дүйсенбі, ой, жұма, яғни сен понедельник деген сайын дүйсенбі есіме түсіп кетіп отыр. Дүйсенбіге әлі 3 күн бар. Ал дүйсенбі күні сіздермен қайта қауышатын боламыз тобыл тынысында. Мінекей сенбі жексенбі күндері демалыс, бірақ та жұма күні осы сіздерге қолымыздан келгенше 2 күндік көңіл күйді жақсы бір әсерді сыйлап үлгергіміз келеді. Сегодня поэтому работаем в усиленном режиме. Арине. Завтра с вами не встретимся, ну, в рамках этого проекта. Воскресенье тоже, но будут другие интересные программы. Непременно включайте наш телеканал, следите за анонсами. Я думаю, что нам будет чем вас удивить. Ну, а пока, зная о том, что мы не встретимся 2 дня, давайте же усилим нашу активность. Вот 1,5 часа у нас будет для того, чтобы вы увидели наших замечательных гостей, вы позадавали им интересные вопросы, вы смогли передать приветы своим близким, либо же просто поднять настроение всем зрителям, прочитав стихотворение, исполнив песню, да, или, может быть, рассказав какую-то интересную новость. Добро пожаловать в прямой эфир телеканала «Костанай». Я тобыл тынысы бағдарламасы сіздер үшін әртайым ғашық дегіміз келеді. Телефон нөміріміз 54-39-04, қаланың коды 8-714-2. Қоңырау желімізге хабарласып, бағдарламамыздың төріне, былай айтқанда, виртуалды қонақ боп келулеріңізге мүмкіндік бар дегіміз келеді. Тез арада хабарласып, өз ойларыңызды, құттықтауларыңызды, ізгі тілек ниеттеріңізді, өз өнерлеріңізді телефон арқылы жолдауға, барша тобылдықтарға паш етуге мүмкіндіктеріңіз бар, сондықтан да тез арада қолда бар мүмкіндікті жіберіп қалмаңыздар деген келеді, жіберіп қоймаңыздар. Барлығы да сіздер үшін кереметтей көңіл күйде, бүгін енді әсем ән болады, сырлы сұхбат болады, қызықты айдарлармен сіздердің жандарыңызды жадыратып, көңілдеріңізді көтеруге бар күш жігерімізді салатын боламыз. Ауа райы қаншалықты құбылмалы болса да, көңілдеріңіз әрдайым көтеріңкі болсын дегіміз келеді. Осы бір көңіл күйді көтеруге бірден бір атсалысатын тобыл телеарнасының ұжымы. Жалпы ұжым дегенде тобыл телеарнасы, тобыл тынысы бағдарламасыны тек қана жүргізушілер ғана емес, сонымен қатар барша ұжым болып жұмыс істейміз. Сіздерге хабар таратамыз, былай айтқанда ақпараттық, танымдық, сазды хабарларды да таратып тұрамыз. Мінекей барша ұжымның арқасында мінекей ол режиссерлары бар, звук режиссерлары бар, оператор ағаларымыз бар, барлығы да мінекей сіздер үшін қызмет қылып жатыр. Тікелей эфирде түскі үзіліс уақытында хабар таратып, мінекей сіздерге тікелей эфирде бар мүмкіндігімізді беріп жатырмыз, көрсетіп жатырмыз дегіміз келеді. Сондықтан да әрдайым бізбен бірге болыңыздар. Және де интернет желілерінде де бізді көруге мүмкіндіктеріңіз бар. Әрдайым айтып отырамыз ғой,
Егер де теледидар арқылы қосуға, көруге мүмкіндіктеріңіз болмайынса, ноутбуктан, телефоннан біздің Instagram сайты болсын, TikTok сайты болсын, ал тікелей эфирді көру үшін интернет желісінен бізді тауып алу бізді қиын емес. Қостанай ТВ деп терсеңіздер, біздің парақшамыз шығады, сол парақшаға кіріп, онлайн батырмасын бассаңыздар, сіздерге кереметтей бір мүмкіндіктер ашылады десем болады. Кез келген тәуліктің уақытында, кез келген аралықта, кез келген сағатта сіздерге ақпарат таратуға қолымыздан келгенше тырысамыз. Тіпті менің байқағаным, Маргарита, осы түскі үзіліс уақытында 14:00-ден, қателеспесем, 17:00-ге дейін, яғни 2 мен 5 арасында техникалық үзіліс болған кезде Қостанай телеарнасында әсем бір әндердің жиынтығы болады. Мінекей Қостанай әні болады, жанға жылу сыйлайтын керемет әсем әндері болады. Соны жай қарапайым тұрғыда қосып қойсаңыздар да қадірменді көрермен демалуға, жақсы бір тамаққа қайтуға таптырмас кезеңдеуге болады. Рахат, ты знаешь, какой самый частый запрос в интернете, если это, конечно, не поиск нашего сайта и социальных сетей телеканала «Костанай». Безусловно, это прогноз погоды, то, что интересует всегда всех и каждого. И вот сегодня, надо признаться, все, кто с утра пораньше вышел на улицу, поняли, что золотая осень уходит, видимо, уже безвозвратно. А вот зимушка, зима стучится к нам. Какая же будет погода в течение дня, узнаем прямо сейчас. Итак, рубрика «Прогноз погоды». Я қадырменді көрермендер, мінекей ауа райда өздеріңіз байқаған шығарсыздар, ешқандай да бір. Бүгін енді синоптик мамандардың бір болжамы керек емес. Ауа райы өзі далада да айтып тұр, күн суық. Түнде... Очень суық. Очень прям, потому что так резко, еще позавчера мы так наслаждались теплой погодой, да? Сегодня же сильнейший ветер, холодный очень, температура низкая, плюс ко всему говорят, что и снег, и дождь, и вперемешку все это ожидается в ближайшие сутки, поэтому, друзья, утепляемся. Правда, Рахат? Арине, енді қыс келе жатыр ғой. Былай айтқанда лезде болып кетті, кеше ғана кеше емес, алты күні ғана жылы болып тұрған секілді. Енді қазір бір қыстың ауырайы келіп болған секілді өзіміздің қысқы, былайша айтқанда, киімдерімізді, бас киімдерімізді, шапкамызды киіп үлгермей қалдық. Сандықтан алып шығуға мүмкіндік болмай қалды, таңертең таппай қалдық. Сондықтан да енді қолымыздан келгенше жылы киініп жүреміз. Алдағы уақытта енді қазір үйге барып шапкамды киіп келем ба деп ойлап отырмын. Өйткені кешкі қадірменді көрермен сіздерге жаңалықтар да тікелей эфирде қызмет қылатын боламыз кешке дейін. Сондықтан да күн салқын болады, жылы киініп жүріңіздер. Қадірменді көрермен сіздер де жылы киініп өз денсаулықтарыңызды күтініп жүріңіздер дегім келеді. Қазіргі таңда енді күздің ауа райы салқын болғандықтан енді денсаулыққа айтарлықтай әсер етеді осындай салқын ауа райы. Я сегодня с утра как снеговик. То есть шапка теплая, шарф теплый, перчатки уже достала. Все очень так серьезно. Почему? Потому что заболеть ни в коем случае нельзя. Как же мы будем тогда радовать наших телезрителей, да? Поэтому то, как мы выглядим до эфира, это отдельная история, да? Главное, чтобы было тепло и очень так мобильно, удобно добраться непосредственно до студии. А здесь мы уже красивые, можем, в общем-то, согревать и вас на нашим теплом, теплом любви, уважения к нашим телезрителям, да, поэтому, дорогие друзья, сделайте то же самое, если вы ходите на улицу, обязательно утепляемся, чтобы не заболеть, потому что календарно хоть и осень, но есть ощущение, что для нашего региона зима это не 3 месяца, иногда это где-то полгода, то есть часть весны, часть осени, это уже очень и очень холодно. Вот сегодня только у нас 11 октября, да, еще
еще даже не середина второго осеннего месяца, уже... как будто зима, без снега. Осень маскируется под зиму, как-то играет вот в такие игры. Но, дорогие друзья, в любом случае, как говорится, да, у природы нет плохой погоды, поэтому будем все принимать и будем играть по правилам матушки природы. Но вместе с тем, да, Рахат? Я қолымыздан келгенше енді мынау ауа райына байланысты жылы киініп жүреміз. Өйткені денсаулықты күтініп жүрген өте орынды болады. Табиғат анамыз қандай тосын сыйларын дайындап қойса да, енді біз дайын болуымыз керек оған, сөздің шыны керек. Өйткені жаңа сен айтып отырсың, табиғатта жаман ауа райы болмайды. У природы нет плохой погоды дейсің. Сондықтан да енді біз қостанайлықтар үшін, солтүстік өңірдің қазақтары үшін, қазақстандықтар үшін бұл бір үйреншікті нәрсе. Ауа райының күрт өзгеріп кетуі өте бір үйреншікті. О, күн салқын болып тұр екен ғой дейміз де, басымыз шапкамыз кимейміз, курткамызды кимейміз де, ары қарай жұмысқа бара береміз. Таңертең сосын түскі кезінде күн шығып тұрса, о, жылы болып тұр екен дейміз де, басымызға кепкамызды киіп, жылы күртемізді киеміз де, ары қарай да өзіміздің шаруаларымызбен жүре береміз. Сондықтан да бұл енді аса қатты бір қиындық тудырмады десем болады, әсіресе біздің аймақ үшін. Енді бірақ та сақтансаң сақтайды, сақтық шаралары ең басты назарда болу керек. И скоро вот эти замечательные картинки нам придется сменить, да? Потому что, ну, буквально еще пару дней, и все, деревья будут голые стоять, да? Мороз будет о себе давать знать, потому что обещают до минус 7, да, в ближайшие дни, вот так вот, да? И вот сейчас мы-то в студии ничего не видим, а вот наша команда, звукорежиссер подсказывает, что пошел первый снег прямо сейчас на улице, да? Так что можем отпраздновать это события вместе, друзья. Кто ждал снега, кто любит зиму, звоните прямо сейчас. Сразу вспоминаются какие-то новогодние фильмы, какие-то песенки такие, да? Кабы снег не было зимы. Кружится, метает, метает. Сол варит его? Снег, да. Кружится, наверное. Ану варит его. Алғашқы қардың жауғаны, есіме сені салғаны. Енді әріптестерімізден сұрақ көрек, режиссерлардан осы бір ән бар ма кен? Егер болатын болса, енді алдағы уақытта осы бағдарлама төңірегінде қойсақ па деген ойым бар жеке өз басым, ұсынысым. Енді режиссерларымыздың әндерінің архивтарында, мұрағаттарында, немесе бір өздерінің әндер жиынтығында осы ән бар ма екен, соны сұрап білейік, содан кейін мүмкіндік болса, осы әнді тыңдағым келіп отыр жеке өз басым. Алғашқы қардың жауғаны, есіме сені салғаны дейді. Осы орайда айтылып тұрған секілді, иә? Алғашқы қар жауып жатыр. Ты представляешь, что тебя сейчас не слушали люди, потому что после того, как мы сказали, что пошел снег, мне кажется, сейчас просто все зрители к окну. Все, что было сказано после, не имеет никакого значения. Ади, режиссер Ларгайт Ватрум Госсенберн. Это для режиссеров. Да, для режиссеров обязательно. Так что порадуем непременно. А пока, ну надо же самим тоже увидеть этот снег. Давай перебьемся полезной информацией. Вот сегодня 11 октября, узнаем подробнее, какие же события были в этот день в истории при помощи нашей постоянной рубрики, после чего продолжим. Оставайтесь на нашем канале. Я қадірменді көрермендер, олай болса кезекті тарихтағы осы күн айдарына берейік. Маргарита, сен жаңа айтып отырдың ба? Далаға шығып қар қараймыз деп. Обязательно посмотрим. Шамал. Надо успеть это сделать очень быстро, чтобы вернуться к любимым телезрителям. Шамал, 2-3 минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Әсерімізбен бөлісеміз. Бірінші қазанда әлемде және Қазақстанда қандай мереке? Бүгін халықаралық ботқа күні. Ботқа мерекесі алғаш рет Ұлыбританияда тойлана бастаған деген сыпыс бар. Себебі ағылшындардың сұлы жармасына деген сүйіспеншілігі ерекше. Бұл дәстүр біртіндеп бүкіл дүние жүзіне таралды. Жыл сайын 11 қазанда түрлі елдердің дәмханалары мен мейрамханаларында дәнді дақылдардан дәмді тағам пісіріледі. Осы күні ботқа пісіруден турнирлер мен чемпионаттар ұйымдастырылады. Онда тәжірибелі аспаздар жарысқа түседі. Және бүгін халықаралық қыздар күні. Біріккен ұлттар ұйымының мерекені күнтізбеге енгізудегі басты мақсаты қыздардың құқықтарын мойындау, әлемдегі барлық қыздар ұшырасатын ауыр мәселелерді шешуге көмек қолын созу.
Және бүгін 11 қазан бүкіл әлемдік жұмыртқа күні. Әлемдегі жұмыртқа, омлет, пісірме, қуырылған жұмыртқа сүйер қауымның барлығы жыл сайын сүйікті тағамдарының күнін қазан айының 2-ші жұмасында атап өтеді. Таңқаларлық ештеңе жоқ, себебі жұмыртқа деген ең әмбебап тағам. Ол барлық елдердің асханасында үлкен танымалдылыққа ие. 11 қазанда Қазақстанда болған тарихи оқиғалар. 1961 жылы Семей сынақ полигонында алғашқы жер асты ядролық жарылысы жасалды. 1949 жылдың 29 тамызында Семей сынақ полигонында КСРО-дағы ядролық бомбалардың алғашқы сынағы өткізілді. Және 1973 жылы 11 қазанда Алматы адвокаттар алқасы құрылды. 1994 жылы Қазақтелеком компаниясы құрылды. 1997 жылы Қазақстанда Қазақстан 2030 стратегиялық бағдарламасы қабылданды. 1997 жылы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери академиясы құрылды. Және 2000 жылы Түркістан халықаралық энциклопедиясы жарық көрді. 11 қазанда Қазақстанда кім дүниеге келді? 1938 жылы философия ғылымының докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Сәбетқазы Ақатай. 1946 жылы Абай және 21 ғасыр халықаралық клубының президенті, жазушы, Қазақстан комсомолы сыйлығының, КСРО жазушылар одағы сыйлығының лауреаты, бүкіләлемдік өнер және мәдениет академиясының академигі Ролан Сисенбаев. 1947 жылы Қазақстанның құрметті журналисті Иван Моро өмірге келді. 1965 жылы режиссер, сценарист Әмір Қарақұлов пен 1973 жылы Қазақстан Республикалық телерадио компаниясы ақпараттық қауымдастығының басқарма төрайымы Ләззат Танысбай дүние есігін ашты. Я қадірменді көрермендер, қайта қауыштық, қарды көрдік. Қар арасында жауап тұр екен, Маргарита қалай? Мы успели посмотреть, очень-очень быстро это происходило, потому что спешили вернуться на эти самые места. Но пока это, конечно, не такие крупные, красивые хлопья, которые мы называем снежинками, да, и вот так вот красиво рисуют дети. Но это снег самый настоящий, мы его видели, мы в этом убедились. Он такой очень мелкий, да, и как будто бы дождик тоже вместе с ним чуть-чуть пролетает, да. Вот пока это еще не полноценный снег, но уже как бы намек на него есть. Поэтому, друзья, думаем, что зима действительно уже стучится активно в наши двери и теперь уже никуда не уйдет. Я енді бұл да бір қыстын алғашқы белгісі деп білеміз. Өйткені табиғат анамыз өзі білдіртіп жатыр. Болды. Күз жаз бітті. Жазды демалып болдыңдар. Енді қыркүйек айы толыққанды жылы болды деуге болады. Енді қыс келеді. Болды дайындалыңдар деген секілді. Табиғат анамыз айтып жатқан сияқты. Как будто природа матушка говорит: «Все, хватит, тепло, да? Хватит, все, теперь готовьтесь к зиме». Ну, с другой стороны, такой вот большой был промежуток в этом году, именно теплой осени, да, без дождей, так что мы успели как бы насладиться и этим временем года, безусловно, но как-то пока, мне кажется, морально еще тяжело настроиться, что все-таки зима рядом, и что будет все холоднее и холоднее теперь, да, а нам нужно одеваться все теплее и теплее, и что теперь какие-то такие легкие вещи, легкие образы нужно спрятать в шкаф на ближайшие полгода, это точно. Но у нас обычно как, после наурыза, да, уже более-менее погода начинает устанавливаться. А вот до это все будет еще полноценная зима. Поэтому, друзья, настраиваемся на это. Как бы этот ход событий не изменить, так задумано природой. Поэтому будем все это принимать, ну а согревать будем вас мы, программа «Тобол-Танасы», каждый раз с понедельника по пятницу с 12 до 13.30. Я қадірменді көрермендер, мінекей сіздерге жақсы бір әсер сыйлап, жақсы бір көңіл күй беруге дайынбыз. Алдағы уақытта қыс келе жатыр, салқын күндер келе жатыр. Бірақ та Қостанай телеарнасы сіздерге жылулық сыйлаудан шаршамайды. Әсіресе «Тобыл тынысы» бағдарламасында сағат 12.00-ден 13.30-ға дейін кереметтей көңіл күй, жақсы бір жылулық
Асим ән, кереметтей, сырлы сұқпат, жан тебірертер сезімдердің қақтығысы десек болады. Енді бір тобылтынсы бағдарылмасында ондай кезендер болып тұрады. Сондықтан да әрдайым бізбен бірге болыңыздар, осы қаттай аздар болсын, ыстық күндер болсын, мейлі жамбырлы түндер болсын. Әрдайым Қостанай телеарнасы сіздермен бірге, және де түскі үзіліс уақытында әрдайым сіздерге көк жәшік ішінен күн нұрын сыйлауға дайын деген келеді жалпы. Енді тобылтынсы бағдарламасын көріп жатсыздар, біліп жатсыздар. Алдағы уақытта да бағдарламалар шығатын болады. Осы сенбі күні кімнің бағдарламасы? Ақбота атамдәлі. Қадірменді көрермендер, сіздер үшін енді бір қызықты мағлұмат болсын. Осы сенбіде, сенбілік кеш бағдарламасында қызықты қонақпен бірге сырлы сұхбат өрбітетін боламыз. Сағат нешеде? 21:30. 21:30-да сіздерге бір жақсы, бір қызықты сұхбат өрбітетін сенбілік кеш бағдарламасы болады. Тағы бір естеріңізге сала кетеміз. Сенбі күні сағат 21:30-да сенбілік кеш бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Да, друзья, не пропустите. У меня же есть еще неделька подготовиться к нашей встрече в этом формате. На следующей неделе будет русскоязычная версия данной программы. Субботний вечер, также 21:30. Время у нас не меняется. День выхода тоже понятно уже из названия. Вот будем вас тоже удивлять, поэтому можно уже в течение недели, стараемся, во всяком случае, делать анонсы у нас в социальные сети, да, такие как Инстаграм, чтобы наш зритель уже понимал, какой же гость будет в ближайшем выпуске. Поэтому для наших постоянных подписчиков не новость, например, кто будет на этой неделе. А вот кто еще у нас не подписчик, это, конечно, большая-большая ошибка. Жирный минус. Очень жирный минус, который нужно исправить на плюс прямо сейчас. А для этого всего лишь нужно, не знаю, одна секунда времени, да, зайти в интернет, нажать одну заветную кнопочку, которая так и называется «Подписаться», и все, и вы с нами на связи, в курсе всех событий и всех героев, которые появятся в студии. Сонымен қатар мінекі әлеуметтік желі демекші бағдарламамызға келіп түскен құттықтауда бар екен. Оқуға рұқсат етіңіздер. Бүгін қайным Қайратты 38 жасқа толып жатқан туған күнімен құттықтаймын. Денсаулығын мықты болсын. Келін Гүлмира екеуін бақытты болып балаларының қызығын көре беріндер. Құттықтаушы ағасы Қартбай, жеңгесі Архагүл дейді. Мінекі Қайратты бізде шын жүректен туған күнімен құттықтаймыз. Мінекі 30-да орда бұзып, 40-та қамал алады деген сенімдеміз, 50-де ел ағасы болсын. Ең бастысы осы жұбайыңызбен бірге бір жастықта қартайып, кереметтей мәнді де сәнді ғұмыр кешіңіздер. Наконец-то в нашей студии сегодня появилось первое поздравление. Мы этому событию очень рады, и разделить его постараемся при помощи нашей музыкальной композиции. Поздравляем вас от телеканала «Қостанай». Осындай болса кереметтей құттықтау легінің жалғасын Әсем әнге берейік, содан кейін хабарымызды жалғайтын боламыз. Thank you.
Қадырменді көрермендер, бағдарламамызды әрі қарай жалғастырамыз. Мінекі жақсы бір көңіл күйде, жақсы бір әсер алып отырмыз. Алғашқы қар жауды, көңіл күйіміз көтеріңкі, мәз-мейрамыз, бірақ та қауіпсіздік шаралары басты назарда болу керек. Қазір енді қар жауып, қар аралас жаңбыр жауғаннан кейін жер тайғақ болады. Мінекі жаяу болсын, көлік жүргізушілер үшін болсын, барлығы да сақтық шараларын қатаң сақтанған дұрыс деп ойлаймын. Себебі енді баш айтқанда мұз болғаннан кейін жер енді мұзды болады, ол гололед. Сондықтан да сол кезде сақтық шараларын дұрыс ұстанған дұрыс. Менің ойымша енді құрметті көрермендер үшін көлік тізгіндеген жандар болса, қысқы шиналарға көшкен дұрыс секілді енді. Первый снег – это не только радость, эйфория, да, какое-то ощущение и вкус Нового года, но вместе с тем это еще и серьезный повод задуматься и быть осторожными, потому что действительно сейчас наступает такая очень опасная пора для тех, у кого есть автомобили, да, ну и для тех, кто обычные пешеходы, потому что от действий и первых, и вторых зависят человеческие жизни, да. Вот сейчас нужно быть предельно осторожными, потому что на дорогах, когда вот такая вот температура 0, то минус 2, то плюс 2, все очень-очень нестабильно, да, и гололед может быть в ближайшие дни уже активный. И в целом, знаете, когда переходишь дорогу, всегда нужно быть предельно сосредоточенным, внимательным, потому что это же все-таки техника, да, мало ли там что с двигателем и так далее. Может быть, там просто не успеет остановиться, да, водитель или еще что-то, или там, допустим, не заметит, да, вторым рядом, да, едет и так далее, и так далее. Поэтому каждый из нас должен сейчас максимально ответственно подходить к этому вопросу, да, и помнить, что дорога – это не место для игрушек. Ең басы сақтансын сақтайды дейді, сақтық шараларын басты назарда ұстанған жөн. Маргарита, көруімше сценарийді қарап отырым, енді қауіпсіздік шаралары бойынша келетін маманымыз бар, бүгінгі эфир төріне.
Сегодня у нас так совпало, кто бы мог подумать, что действительно тема нашего разговора с гостей, что появится в этой студии очень скоро, посвящена безопасной дороге. Такое профилактическое мероприятие, которое проводится сотрудниками полиции. Подробнее расспросим цели, задачи, как все это будет происходить, в какие сроки. Вы, друзья, можете задавать тоже активно свои вопросы. Но вот даже природа, погода нам сегодня способствуют этой тематики, по-моему. Я айтып отырған секілді өзі табиғаттың өзі де осы тақырып төңірегінде тақырып қозғау керек, барлығы да дайындықта болу керек деген секілді. Қадірменді көрермен, сіздер де осы сұхбатымызға қозғаушы күштер болып, сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Тікелей эфирдің байланыс желісі сіздер үшін әрдайым ашық. Тағы да қайталап айтуды шаршамаймыз. 54-39-04 қаланың коды 8-714. Екі хабарласып, кез келген уақытта 13:30-ға дейін өз сұрақтарыңызды қоюға болады. Да, предупрежден, значит вооружен, поэтому сегодняшняя информация, которую предоставят нам гости, обязательно, я думаю, будет актуальной, полезной для телезрителей, но пока наш прямой эфир продолжается, гости появятся, но чуть позже в нашей студии, пока порадуем вас чем-то интересным, что там подготовили режиссеры, выясним прямо сейчас. Олай болса, қадірменді көрермен, назарларыңыз экранда болсын.
ай бәрекелді мінеке кереметтей, осындай бір тарихымызды көрсететіндей әсем бір әнге зер салған болатынбыз. Көрген адамға өте бір көңіліне түрлі ой салатын кереметтей әсем бір көрініс байқалды, тарих байқалды. Себебі көрсетіліп жатуда орынды, озған ел тарихын таспен жазады, тозған ел тарихын жаспен жазады. Қаншама ғасырлар бойы қиындықты көріп келе жатып, осы бір қазақ халқының басынан не келіп, не кетпеді. Сондықтан да барлығы да қадірменді көрермен, сіздер үшін жас өскелен ұрпаққа үлгі өнеге болатындай, жақсы тәрбие болатындай, бір ғасырға татитындай, бір жарым минуттық өлеңмен осындай бір қолымыздан келгенше жақсы әсер сыйлауға тырыстық десек болады. Жалпы енді осы тарих, тасын түртсе тарих сөйлейтін елімізде мәдениетпен қоса осы бір жалпы ән, мәдениет, тарих барлығы да үндесіп жатыр. Мәдениетке келетін болсақ, сонымен қатар бізде осы жаңалықтардың бірінде, бір жаңалық облысымыздағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры гастрольдік сапармен келген болатын. Мінекей қойылымдарын көрсетіп жатыр. Кеше мінекей қашан 10-ы, 9-ы, 9-ынан басталды. 9-ы, 10-ы дүйсенбіге дейін өзінің қойылымдармен көрерменді қуантпақ. Кереметте қойылымдар болып кетті. Қоштасқым келмейді болды кеше. Оның алдында Қоз көрпеш, Баян сұлу, Лира эпостық жырлар болды. Барлығы да өте бір жүректі толғандыратын, нағыз бір көңілге, жанға бір рухани азық сыйлайтын шаралар болды десем болады. Ал Маргарита, сен қаншалықты театрға барасың? Ну, по возможности стараюсь посещать. Мы с тобой уже как-то обговаривали этот момент, что при помощи нашей работы мы можем побывать, конечно, везде. И хотя бы так краешком глаза увидеть все события основные. И спортивные, и культурные. Да? Поэтому и тот факт, что такой замечательный театр сейчас посещает наш регион, да, во-первых, это большое-большое событие в целом для области. Да? Это такой уровень, такая мощь театрального искусства. Во-вторых, мы можем быть близки к этим людям. Почему? Потому что и на эфир они могут, да, прийти к нам, и в новостном сюжете мы можем о них рассказать. И в целом всегда общение с такими мастерами своего дела, оно цепляет. Поэтому мы как бы заочно бываем еще и за кулисами, да, и знаем намного больше, чем, конечно, обычные зрители. Но для чего мы знаем больше? Чтобы собрать всю эту информацию воедино и показать при помощи того же сюжета нашим зрителям, да, все самое вкусное, интересное. А так, в целом, сходить на спектакль – это большое удовольствие. Мне кажется, это такое успокоение, да, спокойно сидишь, смотришь на игру артистов, наслаждаешься, наблюдаешь какие-то перипетии, немножечко философствуешь в этот момент, какой-то там диалог сам с собой происходит, да, предсказываешь опять же, что будет далее на сцене, вот как это все закончится, чем. Да? Вот всегда, мне кажется, это интересно окунуться в какое-то другое пространство. И пусть спектакль длится недолго, ну, там, некоторые час, другие полтора, ну, два максимум, да, в основном, так, если брать среднюю статистику спектакля, все равно это какое-то такое удивительное время, которое цепляет тебя, переносит в другую эпоху, в другие события, в другие обстоятельства. И, конечно же, если это хорошая, качественная игра актеров, если это прекрасная еще к тому же задумка режиссера, если это качественная драматургия, то все вместе создает, конечно, вау-эффект. И вот кустанайцы на этой неделе могли все это наблюдать. Правда же? Я, Арине, енді өздерінің өнерлерімен некий қазақтың қара шаңырағы келіп отыр десек болады. Только астанасына табан тіреді, тобыл топырағына табан тіреді десек болады. Кереметте әсер қалдырды. Қазір енді Ілияс Омаров атындағы Қазақ драма театрында ине шаншар жер жоқ. Аншлаг. Дүйсенбіге дейін барлық жер, барлық билеттер сатылып қойды. Мінекей біз де әйтеуір қолымыздан келгенше алып үлгердік. Көріп, біліп, мінекей жақсы бір әсер алғымыз келеді. Театрда отырған кезде жалпы нұқаш шеберлердің ойындарына қарап, сөйлеген сөздеріне қарап, айтқан, айтқысы келген ойларына қарап, кереметте ой түюге болады.
кез келген спектакльдің өзіндік бір ерекшелігі болады. Сондықтан қадірменді көрермендер, осыдан кейін, қателеспесем, 14-ші осы қазан, 14-ші, 16-ші, және де әрі қарай кете береді, толыққанды осы айдың соңына дейін бізде өзіміздің облыстық театр ұжымы қойылымдарын көрсетеді. Жаңадан, қателеспесем, жабайы алма, немесе қызыл алма, қараш-қараш оқиғасы, құдалар, сыған сиренадасы сіздерге жол тартпақ. Сондықтан да енді алдағы уақытта әріптестерімізбен бірге барамыз деген ойдамыз. Маргарита театрға барамыз ба? Қараш-қараш оқиғасына? Я думаю, нам надо как-то даже массовый выход устроить, да? Вот коллективом, да. А почему нет? Сходить, посмотреть какой-то хороший спектакль. Вот сейчас будет однозначно много интересных премьер, да, потому что театральный сезон как раз набирает свои обороты. И прекрасно, конечно, наблюдать и за гастролями, да, других театров. Почему? Потому что другая атмосфера, другой вайб. Каждый коллектив, он же отличается, да. Другая школа, может быть, изначально, да, мастерства. Но мы и наших поддерживаем активно. У нас в городе тоже есть прекрасные театры, и кукольный театр, и казахский драматический, и русский. Везде есть что посмотреть, и действительно, с каждым годом, надо сказать, их уровень тоже повышается. Они принимают участие во всевозможных фестивалях, занимают призовые места. Все же не просто так, это какой большой труд. Поэтому нам надо с тобой заняться этим вопросом, организовать массовый поход на какой-нибудь хороший спектакль. Мен «Құдалар» спектакліне баруды ұсынам. Комедиялық спектакль. «Құдалар», «Сваты». Так. Соған бір барып көрсек қалай болады. 16-сы. 16-сы болады екен. Сағат 12:00-де. Түскі үзіліс уақытында. 16-сы. Қай күнге келіп тұр екен? Тікелей эфирге шықпаймыз ба біз? 16-го на какой день? Ну смотри, если сегодня 11-е, это пятница, то 16-е, это наш эфир, среда. Біздің, ох ты, не келіп тұр, эфирімізге келіп тұр. Біз бейтейік. Оның бір шешімі бар. Бәлкім, тобылтын сабағдарламасына қонаққа шақырамыз. Можно. Сол кезде, шамалы комедияны көрмесек те, актерлармен тілдесіп, соны сезінсе қалай қарайсын, жүрекпен бірге сезініп, ол үшін бізге сол сәрсенбі күні қонаққа шақыру керек болады ғой бізді. Тым болмаса режиссерді, немесе сол бір театрдың актерларын көріп білуге. Соған қалай қарайсын? Я смотрю только положительно на это. Можем даже в студии помочь их немножечко. Как-то самим поучаствовать в каком-то этюде. Не хочешь? В качестве актера. Мне кажется, у тебя бы получилось. Ты же стихи хорошо читаешь, к примеру. Ой, стихи читать — это не театр. Почему? Театр играть. Ты так эмоционально, мне кажется, вживаешься, проживаешь каждую строчку, прям как наши герои из следующей рубрики. Ой, пармай, Маргарита, полни деген, жида. Енді, шым шықсойсын, қатсап шықсойсын, дейт. Әрбір адам өзіндік бір ісімен айналысқан дұрыс. Сонда яқ, бұл енді театр дейтін кәдімге бөлек бір төбе өнер, мәдениеттің бір саласы, бөлек бір дүние таным, бөлек бір қоршаған орта, бұл деген бөлек бір аура, атмосфера десем болады. Бұған енді қарапайым журналистің шамасы жетпейді. Сондықтан да әрбір маман эфир төріне келіп, өзінің осы бір үзінділерімен бөліссе құбағып болатын еді. Ну, как скажешь. Маргарита, жаңа не дедің? Бір айдарымызға келтірдім ба жаңа? Да. Қандай? Бір әлем. Сондықтан да, енді бұнда да шығармашылықтан алысымесе, жас ақындар, әріптестеріміз өздерінің жыр шумақтарын сіздерге айтатын болады, сіздерге жолдайтын болады. Сондықтан да, осындай әсем бір айдарға кезек берейік. Давайте посмотрим вместе.
тым көзің мүлде. Сен ойғалып айтылар, сөзім бірде. Сен есімнен шығарам деп жүргенде. Есім шығып кетіпті өзімнің де. Неше жаз бен, күз өтті неше көктем. Күндерімді аңсаймын кеше көткен. Әл есімде, ақпанда біз екеуіміз, аппа қарды сайылап төсе кеткен. Есіңде ме, көп еді арманымыз. Ақ қала, шырша болған жан жағымыз. Сен сол күндердің барлығын ұмыттың ба? Телефон мен атошет таңдарымыз. Сен менің, жүрегімнің жүрегісің, жүрегімді сағынтып жүремісің. Мен саған қаншама ән арнап едім, тым болмаса біреуін білемісің. Соңғы рет, сені көріп үлгерем бе? Өзгеге елесіпсің жүр дегенге, қай күні тұрмыс құрып ұзатылып, қай күні ана болдың білмегемде. Ел кезіп кетсем беген бір ақындай, сол кезде мені бәрі ұғатындай. Адамдар көктемді көп күтеді ғой, ал көктем мені күтіп тұратындай. Бәрекелді, мінекей, біз далада қыстайтыс айтып жатсақ, бір өлем, бір өлем айдарында көктемді күтіп жүрген азаматтарға арналады. Рубрика очень хорошая, но есть один большой, как ты говоришь, жирный минус. Знаешь, какой? Алғандай. Продолжительность. Вот хочется, чтобы она была дольше, да? Вот как-то она так быстро пролетает, ты только начинаешь сопереживать, да, тому, что, в общем-то, воспроизводится на экране, и раз, и уже идет отбивочка, и мы вновь в студии, поэтому пожелание этой рубрики, чтобы она была там 2-3 минуты, да, чтобы такие были серьезные произведения. Маргарита Волсен, кем шелеган, да, мен нажи дырстав жирине, бұндай енді жаңағы сәйттің аз болып қалды деп, оны енді дұрыстауға болады. Так. Қалай дұрыстауға болады, енді мен де өлең оқып берейін. Да? Компенсируем сейчас, да? Ал, иә, жаңағы, өйткені бір өлең бір әлем айдарын өзім жауапты болғаннан кейін, осы айдарға жас ақындарды өзім шақырғаннан кейін, енді өлең сондай қысқа болып қалады. Өлеңнің өзінің мағынасы аз болса да беретін мағынасы ауқымды, бірақ та уақыты жағынан аз болып қалуы мүмкін. Ал енді сен егер сұрап тұрсаң, көрермендерімізге саған бір ұзақ, бір жақсы Тұманбай Молдағалиевтің Қазақстан тойына атты өлеңін оқып беруге рұқсат ет. Қадірменді көрермен, сіздер де рұқсат етіңіздер. Тұманбай Молдағалиев Қазақстан тойына. Қазақстан, Алатауым атағым, көзімді ашып көрген асыл отаным. Қоздағаның ойларымның көрсем де, боздағанын көрсетпесе ботанын. Қазақстан, Есіл, Нұрам, Ертісім, бөбегінің жан дүниесін сен түсін, қобыландының даңқын сыйла бұлына, алпамыстың отқа күймес берік үшін. Қазақстан, бір жан салдың ұланы, күндістіні шырқалып бір тұрады, елін ойлап еңіреген ерлерім, жүрегінде әр қазақтың жүрәлі. Елден жырақ, мен алыста жүргенде, түседі еске есікті де, түргенде, жолға шыққан баласына бақытлеп, Райымбек бабам отыр бір дөнде. Өткен кеткен бәрі түсі бойыма, бір күш қуат құйылғандай бойыма, Қорқыт бабам қолтықта ба бұрпағын, келе жатыр елдің ұлы тойына, жылдар айға, ай күндерге шектелмей, ғасырларым араласып кеткендей, асан қайғы қобызының даусы да бүгін менің құлағыма жеткендей, жырауларым, жұртым барда жұқарма, келді тойға Шортанбай да, Бұқар да, келді тойға Ермахамбет Мұрат та, елім деген ерлерді жалжытар ма, менреуге ой ойлаудан ұйқы артық, өсем десен кіметектен тұр тартып, Құрманғазы бабам келді бұл тойға, көбік шашқан, кісен ашқан күй тартып, өзен өлді, өргем тұлып көл өлді, сүйі менен біз қартайдық сол елді, Тәттімбет те таңнан жұртын оятып, саршайлауын сызылтып бір жөнелді. Күнім бар ма, арман ұқпай ой үзген, таңды қарсап отырғам жоқ тайызбен, бір жан сал мен ақан сері арқадан Алматыға
келді таңғы поизбен. Жігіт атқа қоналама бағартпай, жүлделама ақын шашына қартпай, жетісудың сүйім байы жамбылы менгенені атпен келді Алматыға танатпай. Аға болсан, дәстүрімді сыйлаға, қисынсыз бір сөздер айтып қинама, сарақынды ай күмісте ол беке, жол беріп тұр, жассын ғой деп динаға. Сөз сөйлеуге даптайын тұр мінбелер, тойға дейі ақын келер, жыр келер, тұрар келді тұңғиықтан шығып бір, ел тойына ер келмесе кім келер. Бала жастан сүйем осы елдімен, таусылмайды осы ел жайлы әңгімем, келді ораздар отан тойын тойлауға, келіп, әліппеймен, келді аман келдімен. Биік деді өзімнің де шоқтығым, көбейгенде ойлы күнім, от күнім, қазағымның бір той емес мұн тойын, тойласам да жалғатын жоқтыр. Знаешь, что я тебе скажу после этого? Что у тебя совести нет. Ты 5 минут назад говорил, что ты не будешь принимать участие в этюде с артистами, потому что это не твое, да, и ты не артист. Но при этом, друзья, вы сейчас видели, да, вот этот накал страстей, вот этот голос поставленный вверх, вниз, каждой мускулой лица просто изображал все, что можно, целый калейдоскоп эмоций, и ты после этого нам отказываешься в среду принять участие в нашем этюде? Нет. Я отказываюсь принимать вот этот отказ. Рахат, ты будешь это делать. Жарайды, енді, сен айтсан болды. Сен айтсан, қолымыздан келгенше айтыр. Бір қолымыздан келгенше тұрсып көрсек. Енді ілесе алсақ. Қолымыздан келгенше енді тұрсамыз, байқаймыз, көреміз. Бірақ та енді журналист болғаннан кейін өлеңді жалпы жиі оқымаймын, анда-санда бір оқимын, бірақ та кейбір кездері өстіп арқаланып өз-өзін тоқтата алмай кетемін. А вот интересно, кто-нибудь из вас, дорогие друзья, может прямо сейчас оставить конкуренцию нашему Рахату в прочтении стихотворений? Вот кто-то, может быть, делает это, ну, лучше. Угу. Может такое быть или нет? Арине. Ну, или хотя бы на уровне вот того, что вы услышали только что. Давайте покажем это вместе. 54-39-04, код города 8-714-2. Ждем ваши литературные этюды здесь, угу. Сейчас, в прямом эфире нашего телеканала. Я қадырменді көрермендер, ақын ғымар жандары болса, өлең ғымар, сөз ғадырын түсінетін жандары болса, қоңырау желімізге хабарласып, өздеріңіздің жыр шумақтарыңызды немесе өзгенің жыр шумақтарын оқып, эфир төрінде жақсы бір атмосфера, жақсы бір аура қалыптастырсақ деген ниет бар, қоңырау желімізге хабарласып, өз өнерлеріңізді көрсетсеңіздер. Мархабат. Ну что же, а прямо сейчас тоже будет небольшое стихотворение, но с музыкальным сопровождением. Арине, өз-өзімізге әзірге келіп алғанша, бағдарлама төріне келетін қонақтарымызды қарсы алғанша, жақсы бір әсем сіздерге ән болсын, содан кейін хабарымызды жалғайтын боламыз.
Жұлдыздардан әдемі, жарығайдан әдемі, ең әдемі. Сенің жүзің жүрегімнің баремі, махаббаттың әлемі, ең әдемі, ең әдемі. Жұлдыздардан әдемі, жарығайдан әдемі, ең әдемі. Сенің жүзің жүрегімнің баремі, махаббаттың әлемі, ең әдемі, ең әдемі. Ну что же, наш эфир продолжается. Напоминаем, кто подзабыл, программа «Тублтон СФ» вместе с вами уже около часа времени. Но все самое интересное впереди. Видишь, погода вносит коррективы и здесь. Mm-hmm. Да? Например, вот доехать, оказывается, до нашего телецентра сейчас проблематично. Mm-hmm. Вот, мы же недаром стали говорить про дороги, да, про то, что нужно предельно аккуратно перемещаться и так далее. Видимо, нас услышали, потому что пробок много. Наш гость едет, уже минут пять он будет здесь вместе с нами, поэтому, друзья, не упустите этот момент. Гостевое включение не за горами, очень-очень скоро все случится. Мы будем задавать вопросы, надеемся, что вы нас в этом эксперименте поддержите. Угу. Точно так же дозвонитесь в нашу студию и расспросите обо всем, что вам действительно интересно. Я хадрминды көрермендер, мінекі ойларыңызда жүрген сұрақтар болса, алдын ала дайындап отырыңыздар дегіміз келеді. Сала маманына келгеннен кейін бүгінгі сұхбатымызды бастайтын боламыз. Және де ойларыңызда жүрген, жеке өзімнің де ойымда жүрген сұрақтарымды ортаға салып, мінекі талқылап шешімін табуға қолымыздан келгенше тырысатын боламыз. Жалпы қауіпсіздік басты назарда болған дұрыс, сақтанса сақтайды дейді. Сондықтан да әрдайым кез келген тәуліктің кез келген уақыты болсын, жылдың кез келген уақытысы болсын, қауіпсіздік шараларын әр кезде сақтанып жүрген дұрыс. Е? Мысалға, жазды күні суға шомылу маусымы болсын, қысты күні, мысалға, борандарда қалып қоймау, көктемгі кездері, мысалға, мынау тайғақ, көк тайғақ кезінде қандай шаралар қолданған дұрыс, қайткен дұрыс, не істеген дұрыс, не істеуге болмайды деген секілді сұрақтар. Осы бір тобылтын сы бағдарылмасының төрінде қойылуы заңдылық деп есептеймін жеке өз басым. Және де көктемгі күзгі уақыттарда мінекі тұмаудың өршуі, сақтық, денсаулықтың сақтау шаралары, тәртіптің сақтық шаралары, өз-өзіне деген қадағалау барлығы да енді өте орындақ. Және де өздеріңіз тұрақты көрермендеріміз байқайтындай эфир төріне де әрбір кезеңнің өзінің бір өзекті бір тақырыптарға сұрақ беретін мамандар келіп отырады. Мысалға, тұмау кезінде келетін болса, дәрігерлер, сақтық шаралары болатын болса, жазды күні суға шомылу маусымында төтеншеліктер келеді. Мынау енді түнгі балалар жүретін, мысалға, мектеп кезі, демалыс мектептен, демалыс кезіндегі түнгі қаладағы балалар, яғни ювеналды полиция қызметкерлері келеді. Сондықтан да әрбір кездері әртүрлі сала мамандары ойларымен бөлісіп, сіздерге кеңестерін айтып, ең басты сақтық шараларын жасасақ, бірге жасасақ, нұр үстіне нұр болатын еді.
А я вот сижу и думаю, 21 век, да, казалось бы, человек столько всего может, столько изобретает, столько там, ну, тоже интеллект, да, искусственный и так далее, и так далее. А вот природа, да, какая интересная. Вот сколько не изобретая, вот вдруг какие-то такие вот переходы, да, небольшие, казалось бы. Ну, сейчас же нет какой-то такой экстренной ситуации, что, не знаю, снег выпал, не пройти, не проехать. А просто погода чуть-чуть изменилась в худшую сторону, да, и уже человек во власти этой самой природы, да. Там, не доехать, не дойти. Но можно это сделать, но уже с определенными препятствиями, понимаешь? И изменить тут ничего нельзя, потому что так природа решила сегодня сделать нам такую вот погоду. Но ничего страшного. Самое главное, что наш гость уже, можно сказать, на пороге, что он доехал до нашей студии и готов появиться здесь и поговорить с нами, а значит и с вами. Я не очень уверен, что с табиат карсы шалмаймыз, бірақты табиат пен бірге үйлесін табуға болады. Вместе с природой, гармония с природой деген секілді. Табиғатпен үндестікте болудың өзі бір өнер десек болады. Себебі қазіргі таңда бір күйбен түрлік, бір жұмыс барысы деген секілді толықтай осындай күйбен түрліктерден адам боп қалыптасуынан, немесе адамның бос уақытын тиімді өткізуі табиғаттың бір арнада болуының өзі қиындап кеткен уақыт қой қазіргі таңда. Сондықтан да бір сәт өмірден ләззат алып, табиғаттан ләззат алғанға не жетсін. Жаңа біз шығып айттық қой, қарды көріп, алғашқы қарды көрген кезде де кәдімгідей қуаныш, кәдімгідей бір балаша қуандық сол кезде. Оның өзі бір табиғатпен үндестік деп білемін жалпы өз басым. На гармонии с природой. Только что вышли, как маленькие зарядились, ребенки, да, зарядились, да. Ну что ж, будем гармонировать и с природой, и с гостями, и с нашими телезрителями. В общем-то, это и делаем, да, каждый раз в рамках программы «Тобол-Тонас». Ну и сразу после музыкальной паузы мы будем готовы продолжить. Не переключайтесь, впереди все самое интересное. Арнамыз да малыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Жаула жанарды, тозыр бірге табанды, биле-биле.
Ну что же, наш эфир продолжается. Как и обещали, самый главный момент – это когда гости появляются в нашей студии. Итак, сегодня вместе с нами прекрасный старший лейтенант полиции Семгуль Ирдинова. Добро пожаловать в нашу студию. Рада вас видеть. Как, погода не помешала добраться? Ну, еле-еле доехали. Были сложности, да? Но самое главное, вы сегодня здесь вместе с нами. С чем пожаловали? Расскажите нам, пожалуйста. Ну... У нас сейчас проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» с 9 по 11 октября, областное, в рамках которого мы еще раз напоминаем водителям и пешеходам о некоснительном соблюдении правил дорожного движения. Как правило, сейчас работаем как с водителями, так и с пешеходами. На улице у нас сейчас идет снег, а велосипедисты до сих пор ездят. Классика жанра, да? Все как всегда. Вот еще раз напомнить о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о том, что на дороге нужно быть внимательными. Тем более сейчас у нас уже приближается зимний период, наледь, гололед, снег, буран, дожди. Вот. Тем более сегодня 11-12 число, ожидается ухудшение погоды. Все мы ждем и об этом сообщаем во всех новостях, во всех СМИ. Как-то вы так подобрали уже тонко, да, потому что начинали вы, получается, позавчера, и было очень тепло, да, и такая прям золотая-золотая осень, а сегодня уже здравствуй зима, да, то есть такие вот температурные колебания очень мощные. Маргарита, на жерде патрульдің ретігіп тұрған жоқ па? Так. Осы орайда программа же есть у меня, патруль? Есть. Слышала я об этом, Рахат. Иә, вот. Программаға да түсіруге оңтайлы кезең деп ойлаймын жалпы. Міне осы бағдарлама төңірегінде ойыма келіп отыр. Ничего себе. Ну мы же тоже можем задавать и сегодня вопросы, и уточнять какие-то моменты. Енді сұрағымды қоя бер. Мен ары қарай оның бағдарламаға қарай ойластырамын. В общем, сегодня финальный заключительный день, да? Вот расскажите, как выстраивались все эти три дня? Что делали конкретно? Прям хочется погрузиться в эту атмосферу. Ну, как только нам упало указание с департамента полиции, соответственно, мы сообщаем об этом на официальной странице управления полиции города Костная о том, что проходит областное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», с какого по какое число, в рамках чего проводится это мероприятие, в целях исключения дорожно-транспортных происшествий, а также привития навыков, опять же, водителям безопасного движения на дорогах. И также пешеходов. Пешеходам напомнить о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Вот. С 9 числа началась профилактическая работа с водителями. Уже выявлено за 2 дня более 250 нарушений правил дорожного движения. 2 факта управления состояние алкогольного опьянения, также 2 факта выезда на встречную полосу и такие факты, как управление автотранспортом, управляя, используя сотовый телефон. Вот. Пешеходы нарушают у нас в неположенном месте переходя дорогу, также водители не предоставляют дорогу преимущество движения пешеходам. Вот такое количество нарушений, да, для нашего города, это большая цифра, это маленькая, это средняя статистика, как это? Ну, вообще, это большая цифра для нашего города, да. А вот подобные мероприятия, они же на постоянной основе, да? Да, подобные мероприятия буквально в сентябре месяце, 27-29 числа, у нас также прошло областное оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Вот.
И вот даже если сравнить эти два недавних события, да, сейчас больше выявлений? Ну, пока что за два дня цифры я не могу, ну, ага. Еще итог, но анализ конечные не проводили, да. Нет, да. Ждем конечных цифр, сегодняшний день вот решит. Угу. Получается, кустанайские водители, они такие непослушные, да, они любят нарушать, нет-нет? Ну, я бы сказала как, водители, как и пешеходы, вообще все участники дорожного движения, они все знают эти правила дорожного движения, все буквально. Но осознанно. Есть кто осознанно, есть кто в торопях, может, куда-то опаздывает, но нарушают. Вот вы их останавливаете и спрашиваете, в чем причина, да? Да, вот в чем что причина. Что они отвечают? Торопился? Да, тороплюсь. Ой, там, ну, если не пристегнутый ремень, там, вот такие. Я даже не заметил, что не пристегнулся, торопился, там, не успел, еще что-то. Вот в такие вот. Отговорки, да, оправдания. Но в целом это же очень серьезно. Каждая мелочь, вообще на дороге мелочей не бывает, согласитесь. Ну, кто-то говорит, что водитель, управляя машиной и используя сотовый телефон, что это мелочь. Водитель, который ведет автомобиль, да, за рулем едет, отвлекается на сотовый телефон, считает, что за рулем никого нет. Даже на 5 секунд ты отвлекся в телефон, за рулем, считай, никого нет. А если рассмотреть такой момент, что вы едете, например, да, на дороге за рулем, выбежал ребенок, да, выбежал там подросток, может, это женщина, может, ну, любой человек, пешеход, выбежал на дорогу, на пешеходном переходе, может, это даже в неустановленном месте перебегает дорогу. Не просто переходит, а перебегает дорогу. А когда ты отвлекался на телефон, ты никого не видел. Ну, вот такие факты. Мне кажется, вечная классика, пешеходы всегда винят водителей во всем. Водители всегда пешеходов. Да. Вот им как-то надо научиться договариваться, мне кажется, да, уважать друг друга на этой самой дороге. Ну, я бы сказала, что есть такие пешеходы, которые считают, что вот я иду по пешеходному переходу, все, это моя красная дорожка, можно сказать, да. Водитель, вот, например, когда пешеход идет, да, не спеша, не торопится, они тоже напрягаются, ну, в этом случае, кто-то куда-то торопится, светофор, опять же, разные ситуации бывают, но когда пешеходы переходят дорогу, они должны обязательно, если это пешеходный переход, регулируемый, нерегулируемый, убедиться в безопасности своего движения, то есть обязательно посмотреть налево, посмотреть направо, убедиться, что все транспортные средства остановились, и только потом начинать движение. Даже если зеленый сигнал светофора горит, посмотреть, что все машины остановились, все, и только потом начинаем движение. Если же светофор нерегулируемый, то есть у нас, ну, без светофора просто идет у нас пешеходный переход, то же самое. Остановились, посмотрели направо-налево, убедились, что машины остановились, вас пропускают. Это ваша безопасность. И переходить дорогу. Нет, у нас пешеходы есть такие, которые не смотрят ни на что. В наушниках, в капюшоне, в сотовом телефоне. Просто идут и не смотрят по сторонам. И есть такие взрослые пешеходы вот, с детьми. Тоже ребенок бежит сам себе впереди. Сама идет мамочка. Ну, просто это тоже опасно. Нужно обязательно ребенка держать за руку, потому что машина, она не может моментально остановиться. Тем более сейчас приближается вот зимний период, как я говорю, наледь, гололед, это опасно. Сейчас будет, дожди пойдут, вот эта жижа будет. Ну, тоже машину будет не так просто остановить. С самого раннего возраста любого ребенка учат дома, что дорога не место для игрушек. Да. В то же время некоторые дети самостоятельно возвращаются со школы, вот ранние какие-то классы, там первый, второй, ну совсем еще крохи, да, и они вынуждены там, допустим, не по светофору переходить, а вот именно где пешеходный переход, да. И наблюдала пару раз картину, ребенок боится этого действия, то есть он стоит, он ждет, пока его пропустят, но периодически не пропускают водители, и тогда он закрывает глаза, как бы, чтобы не видеть все, что происходит вокруг, как будто бы этого страха нет, и начинает быстро перебегать, потому что ему надо оказаться все-таки по ту сторону. А нужно идти спокойно. Да, это очень такая страшная картина. Бежать, да. Ну, у нас еще вот возле школ часто такие ситуации, что есть дети, которые перебегают дорогу в неположенном месте, вот в школу идут. Это все идет от родителей в большинстве случаев.
То есть, например, возможно, с раннего детства, возможно, сейчас в их возрасте родители провожают детей в школу. Mm-hmm. Так, а родители, как у нас, как всегда, торопятся, например, старшего ребенка в школу, младшего в сад или там на работу надо. Mm-hmm. Все, как у нас родители? А, так, сегодня мы торопимся, время уже столько-то, сегодня мы эту дорогу перебежим. Mm-hmm. Что делает ребенок, когда он остается один? Мама так делала, папа так делал, значит, и у меня получится. И точно так же перебегают дорогу в неположенном месте. Ни в коем случае так делать нельзя. Также, ну, у нас с нашей стороны ведется профилактика во всех школах, во всех учебных образованиях, в садиках мы проводим профилактическую работу, в школах, в колледжах, в университетах. За каждой школой и за каждым колледжем закреплены сотрудники батальона патрульной полиции, которые два раза в месяц приходят, проводят занятия, профилактические лекции, беседы с наглядной информацией, с наглядной брошюрами, памятками. Также вот я вот взяла с собой на примере вам показать. Да, давайте покажем нашим зрителям тоже. Вот. Вообще мы рекомендуем вот такие вот светоотражающие фликеры. Рахат, видите? Держи. Вот такие вот светоотражающие фликеры, которые мы рекомендуем сейчас использовать всем родителям в школе, например, детям. Прикрепить эти значки в виде смайликов на рюкзачки, либо же на курточки. Сейчас в темное время суток как бы детей не видно, например. Сейчас будет рано утром они идти в школу, либо же, например, поздно вечером возвращаться. При попадании света фар на вот этот вот значок ребенок становится заметным. Да. Угу. Ну и вообще это так прикольно и интересно, да, креативно придумано, мне кажется. Это никак не испортит имидж ребенка. Но напротив, такая подсказка очень хорошая действительно водителям, да. По цене они очень доступные. И ну, обезопасить своего ребенка, потому что сейчас многие школьники, вообще многие дети, не как раньше вот, привыкли одевать там розовое, что-то такое яркое. В основном все сейчас ходят в такой темной одежде, черное. И как бы уже темно становится, и поэтому вот это очень хороший выход из положения, использовать вот такие светоотражающие фликеры. То есть такой большой фронт работы вами проводится, чтобы как-то улучшить ту самую статистику, насколько мы понимаем, правильно? Да, потому что за 9 месяцев текущего года на территории города зарегистрировано учетных дорожно-транспортных происшествий 420. В прошлый год было 121 такое дорожно-транспортное происшествие, и в которых пострадало 512 человек, 6 человек погибло. Но в сравнении с прошлым годом погибших было 10. Ну, количество уменьшилось, но количество раненых и количество дорожно-транспортных происшествий возросло на больше 200%. Почему? Вот. Ну, у нас получается... Произошли изменения с внесением учетных дорожно-транспортных происшествий. Это в Генеральной прокуратуре произошли изменения. В связи с этим у нас сейчас учет ведется. Любое обращение в больницу считается как учетное дорожно-транспортное происшествие. А раньше у нас учетным ДТП являлось только после того, как были такие травмы, как переломы, ушибы. Также если человек проходил амбулаторное лечение в больнице. Да, статистика штука упрямая, да? Yeah. Больше 200% – это серьезно. Какие выходы, как будем улучшать показатели, чтобы как можно меньше было таких? Ну, с нашей стороны выявлено более 40 тысяч правил дорожного движения. Также выявлено более 300 водителей в состоянии алкогольного опьянения, более 120 водителей, выезжающие на полосу встречного движения. Также нами проведена большая работа по привлечению к административной ответственности водителей, которые не предоставляют преимущество движения пешеходам. Также пешеходов намного по 615 статье Кодекса административных правонарушений, нарушение правил дорожного движения пешеходами, намного больше выявлено нарушений, нежели в том году, за 9 месяцев 2024 года. Вот вы говорите, что приходите в школу, да, проводится такая обширная работа. А вот вместе с тем, наши зрители сейчас смотрят, да, молодые родители и так далее, и так далее. Вот в каком возрасте нужно уже серьезно с ребенком поговорить о правилах поведения на дороге? Потому что многие же считают, ну, еще маленький, еще с нами, да. А потом случай такой, что он сам вынужден перейти, он даже не знает, как правильно действовать. Ну, вообще, я считаю, что с ребенком
нужно говорить об этом с самого раннего возраста, закреплять. Потому что ребенок все это с раннего возраста запоминает, что говорили родители, как правильно переходить дорогу, на какой сигнал светофора, как правильно вести себя на дороге, где можно играть, где нельзя играть. В большинстве случаев, вот у нас в летний период, дети принадлежат сами себе. Угу. Играются, например, на дворовых площадках, да, где нет, например, дворовых площадок, или же есть, и, может, они там заняты, или детям не нравится. Играются прямо на проезжей части дорог. Ну, даже если, например, этот двор, нередко заезжают таксисты, сами, получается, жильцы домов заезжают. Тоже опасная ситуация, потому что дети играют с мячами, катаются на самокатах. Самокат, мне кажется, это вообще отдельная тема. Этим электросамокаты – это отдельная тема, да. Даже я как пешеход, допустим, прохожу, и я понимаю, что еще секунду, и меня бы снес этот ребенок. А он же не смотрит, там машина может из-за угла резко вырулить, да? Как бы это, мне кажется, очень опасная история. Не миссия, харапайма, адам-то сох путь сиди, кадам-то хоп, то самокат, если человек сбьет, ну, тоже не... Как минимум перелом или ушиб булатын сияқты. Ну, в любом случае неприятная ситуация, скажем прямо. Он ешқайсы не емес, жақсы жағдай емес. Мысалы, қазір жаз кезінде мінекей ол туралы сюжетке түсірдік электронды самокаттардың қауіпсіздігі туралы. Да, вместе мы снимали. Осы полиция қызметкерлерімен бірге әрдайым әйтеуір қадірменді көрермендер сіздер үшін де қауіпсіздік шараларын назарда ұстануды айтқымыз келеді. Мінекей бүгінгі бағдарламаны айтар ойымызда осы болды десек болады. Қауіпсіздік ең басты назарда болу керек. Мы в этом смысле с вами, конечно, коллеги, потому что цель у нас единая, да, да. Так, чтобы статистика была не печальная, а хорошая, чтобы происшествий на дороге становилось все меньше и меньше. Конечно, сделать нулевую какую-то статистику невозможно, но улучшить показатели – это, по-моему, в наших силах. Да. И спасибо вам большое за такую большую работу, которую вы проводите, что вы всегда приходите в нашу студию, да, соглашаетесь на сюжеты и так далее, и так далее. И действительно доносите верную информацию до наших телевизоров. Спасибо вам большое за это, за то, что вы сегодня украсили нашу студию. У нас минута до завершения эфира, прямо сейчас ваши пожелания. Можно обращение? Да, конечно, да, обращение. Да, можно. Еще раз бы хотелось обратиться ко всем участникам дорожного движения, строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными на дорогах, водителям соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, также соблюдать скоростной режим. Пешеходы, будьте внимательными на дорогах. Прежде чем переходить дорогу, обязательно убедитесь в безопасности своего движения. Также еще раз хотелось напомнить, что у нас приближается зимний период. Заблаговременно нужно будет переобуть ваши машины на зимние шины. Вот. Все. Спасибо. Из основного пока все. Да, из основного пока все. Вновь вас пригласим в эту студию. Я думаю, впереди еще будет немало каких-то полезных событий, да, о которых стоит рассказать. Енді полиция қызметкерлерінің жұмысы оңай емес деуге болады. Күндіз-түні енді өзіміз жетіп жатырмыз. Көргеннен кейін көзіміз жетті. Жұмыстар қаншалықты ауыр екенін, қаншалықты қиын екенін күндіз-түні тәуліктің кез келген уақыты болмасын. Әйтеуір қатардан табылып, елге қызмет қылу үшін осы елдің байтында қамын ойлап десек болады. Қызмет қылып жүрген жандардың бірі, кәсібиелерінің бірі осы полиция қызметкерлері десем болады. Еңбектеріңіз елене берсін әрдайым. Рахмет. Жұмыстарыңызға табыс тілейміз. Уақыт бөліп эфирға келгеніңізге көптеп алғыс айтамын. Рахмет. Қадірменді көрермендер, мінекей бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетуге шақ қалды. Бүгінгі бағдарлама енді әсем әндерге, қызықты сұхбатқа, айдарларға толы болды десек болады. На сегодня это все. До встречи в эфире на телеканале Костанай. До свидания. Отанымызда тыныштық, отбасымызда ырыс құт болсын. Жасай берсін қазақ елі.